Роман, ты помнишь, что в конце XIX века возникло некое товарищество художников, которые встали на позицию противоположную академической и занялись, собственно, просвещением народа посредством живописи. То есть они рисовали картины, постоянно вот, организовывали какие-то выставки, и, что самое главное, они их возили по России. Матушки назывались это товарищество, как ты помнишь, да, художники-передвижники. А в 20 веке этот процесс подхватили банкиры. Можно ли их называть банкирами-передвижниками, да, как ты считаешь? Это интересно, потому что уже второй частный музей на нашей памяти, только в нашей программе, только привозит в Нижний Новгород свою экспозицию. Сегодня мы будем говорить об одной такой экспозиции. Встречайте, у нас в гостях Надежда Степанова, арт-директор Института русского реалистического искусства. Добрый день. Здравствуйте. И Анастасия Селенко, искусствовед этого самого института русского реалистического искусства. Но это частный музей, частный институт, который занимается тем, что собирает искусство 19 и 20 века, или только 20-го? Скорее 20 века, это ядро коллекции, это как раз преемники и передвижников в том числе. Это большая коллекция русского и советского искусства 20 века. Один из самых больших музеев частных, наверное, в Европе, и точно самый большой в Москве. Сколько его основатель? Давайте вот все-таки как бы основал его как раз, как вы правильно сказали, этого банкир, это председатель совета директоров промсвязь банка Алексей Ананьев, он известный в России за ее пределами меценат, член попечительского совета Государственной Третьяковской галереи и, собственно, владелец, основатель нашего музея, который действует уже 6-й год в Москве очень успешно. Но он не один. Он работает в данном случае, как бы он работает, но еще в паре с Ингострахом. Вот я говорю про эту выставку. Про новый проект. Да, про этот проект. Тут мы работаем не в паре, а в тройку мы запряжены вместе с Государственной Третьяковской. Ну, тройка, понятно. Мы про банкиров сейчас, пока про банкиров-передвижников. Третьяковки, вот эти идеи подвижничества, это просто, ну, это в крови у нее, правильно? А, собственно говоря, нет. Третьякова здесь, пожалуй, надо все время поминать. Самого Третьякова, основателя Третьяковской. Да, по сути. И мы возрождаем свою деятельность, эти традиции, заложенные 100 лет назад. Вот что это за проект? Он называется «Окна в Россию». Да, шедевр семи поколений. Да. Во-первых, двойное название «Окна в Россию». Мы не видим этой России, окна закрашены черной краской, да, или что происходит. И что за 7 поколений, откуда эта точка отсчета идет? Давайте коротко расскажу про проект, а Анастасия расскажет про художников, которые будут в рамках него представлены. Этот проект был задуман совсем недавно, в апреле или в мае этого года, как подарок от большой компании «Ингострах» большой стране России. Все привыкли получать подарки, в этом случае мы дарим. Мы давние партнеры с «Ингострахом», как и Государственная Третьяковская галерея, и мы на троих решили сделать большую передвижную выставку. Началась она в июне этого года в Калининграде, и к декабрю мы доберемся до Владивостока. Вы третий город, Нижний Новгород, третий город на этой карте. В Калининграде мы представляли работы из собрания Института русского реалистического искусства. В городе Сочи мы делали мультимедийный проект в силу того, что там все-таки нет таких условий, которые бы удовлетворили выставочных пространств, условий, чтобы показать. Но мы сделали довольно грандиозное мультимедиа-шоу, в котором показали те картины, которые действительно не могут другим способом путешествовать. Было интересно публике. Это очень интересно. Туда приходит огромное количество народа, несмотря на то, что сейчас уже сезон становится бархатным и затихает. Народу много. Приходят люди на лекции. У нас шикарная образовательная программа. Приходят по нескольку раз посмотреть этот мультимедийный спектакль, такую фантазию 20-минутную. Огромное количество народа. И надеюсь, что в Нижнем Новгороде это повторится. Почему называется «Окна в Россию»? Во-первых, это путешествие. Это взгляд из окна поезда, из окна самолета. Это взгляд в мастерскую художника. Это взгляд из мастерской художника, это взгляд на наше время, это какое-то отражение. И в основном мы представляем классиков советского и русского искусства. Вот, Настя, расскажи, кого? Мы привезли абсолютные шедевры в Нижегородский музей. И в первую очередь это, конечно, Татьяна Яблонская «Утро», картина из собрания Третьяковской галереи. Это картина Александра Дейнеки на балконе, Александра Лабаса в поезде, окно Пименова. Нельзя не перечислить эти работы, это потому что это шедевры. Классика, которая знакома даже людям, которые живописью не интересуются. Конечно, поэтому для каждого они знакомы так или иначе, даже для тех людей, кто напрямую не соприкасается с искусством, с культурой.
И большинство, конечно, работ из нашего музея, собрания Института русского реалистического искусства. Это те же имена, и Александра Лабаса, и Юрия Пименова, и художников второй половины XX века. Юрия Кугача, Макса Берштейна, Михаила Кугача. Мы можем долго перечислять их имена. Тоже можно, эти работы тоже можно назвать шедеврами? Да, безусловно. Конечно. Мы отбирали очень тщательно экспонаты для этой выставки и старались показать, во-первых, разное время, да, на протяжении XX века, и 20-е, и 30-е, и 40-е, и 50-е, и 80-е, то есть разные десятилетия вот на протяжении, на протяжении 20 века, так же, как и разные направления. Например, у нас есть картина того же Александра Дейнеки «На балконе», и она сделана еще в стилистике ОСТА, общества станковистов, которое было в 20-е годы. И есть картина из нашего собрания «Восстановление Ростельмаша», «Эскиз Пано», да, сделанная в конце 40-х годов. И, конечно, там уже такая классическая стилистика советского периода. И мы даже такую жертву небольшую принесли, потому что это графика, редко ее выдают на большое количество времени. Я предлагаю сейчас все-таки посмотреть сюжет с открытия выставки, да, потом продолжим разговор, потому что у нас еще есть вопросы к вам. Итак, смотрим сюжет. Как передать движение и скорость в неподвижной живописи? Александру Лабасу это всегда удавалось. Точный ритм хода поезда он создает, смело разрезая поперек вагон. Мы решили, что ее надо смотреть издалека, потому что Лабаса вообще лучше издалека смотреть. И вот этот его прием, когда он оставляет белый незакрашенный холст, и контур размытый, они четкие, как раз и создает такое вот ощущение, больше даже не визуальное, сколько внутреннее вот этого движения. Из Третьяковской галереи в Нижний Новгород привезли полотно Яблонской, всем известное «Утро». Словно на фотографии Татьяна запечатлела раннюю зарядку дочери. Картина написана в 50-е годы. Этот период вообще особенно изменил течение живописи. Она становится менее постановочной, живой. На волне обновления 50-х годов, на волне оттепели, он пишет очень много подобных вещей, где присутствует окно, которое несет в себе ту же смысловую нагрузку. Это не просто открытое окно, это окно взгляд в будущее. И то же самое здесь вот мы видим строительство новых домов, строительство нового города. Окно это принадлежит известному художнику 20 века Юрию Пименову. Рядом еще окно Александра Дейнека. Картину для этой выставки буквально сняли с другой экспозиции. Замечательная работа Александра Дейнеки, это графика, называется она в основном «Ростельмаша». Она у нас висит в постоянной экспозиции на первом этаже. Специально для этой выставки мы как бы оторвали ее от сердца. Живопись не внешне, а изнутри, отражающая меняющуюся на глазах жизнь. Только такие полотна объединили в экспозицию «Окна в Россию». Это масштабная передвижная выставка. Нижний Новгород – третий город на пути шедевров. 5 работ из Третьяковки, 43 из Московского института русского реалистического искусства. Из города в город картины меняются. Оказывается, им нужно отдыхать. Она экспонируется в чужих залах с немножко другим климатом. Хотя музейный климат должен быть примерно везде одинаковым, но тем не менее она переносит упаковку, перевозку, путешествие в другой музей, упаковку обратно, и мы ее помещаем в фонд. Ее снова осматривает реставратор, принимает решение, может она ли ехать дальше, либо ей нужно полежать в горизонтальном положении, либо в вертикальном положении. Естественно, они хранятся в более приглушенном свете в хранилище. А вот этот портрет артистки балета Усовой, художника Евгения Фролова. Его называют нижегородским голландцам. Шедевр нашего земляка хранился в Москве и вот теперь вернулся на родину, правда, только на время. Мы сейчас набрали очень хороший опыт для того, чтобы приглашать к себе крупнейшие музеи нашей страны. Мы видим, как огромное количество наших нижегородцев приходит в музей, поэтому такие мероприятия надо организовывать масштабнее, дольше и давать возможность, например, как эта выставка, она дает возможность бесплатного входа на протяжении практически месяца. Итак, мы посмотрели сюжет с открытия выставки «Окна в Россию», шедевры семи поколений. Давайте скажем, до какого числа работает выставка в Нижнем? До 15 октября. До 15. Времени мало, сразу скажем. Времени мало. Самое важное, что билеты. Сколько стоят билеты? 0 рублей, 0 копеек. Вот билет вход свободно. Вход свободно. Когда еще такое будет? Это вам подарок, потому что нет. Ну, на самом деле, потому что первый вопрос, который задавали люди, которые сейчас были рядом с нами,
конечно, были рядом с нами во время подготовки к этой программе, они, в общем, задавали этот вопрос, а сколько это стоит? Вообще, конечно, удивительно, что частный музей и человек, который не имеет, насколько я понимаю, все-таки образования специального, да? Вот, вы говорите сейчас... Я говорю про Ананьева. Нет, но у него была, по-моему, художественная школа, на этом он решил закончить с этим. Да, но это все-таки какие-то начальные такие знания, это здорово. И все равно вот он со своим музеем частным стоит в ряду с Третьяковкой, в ряду, по-моему, русский музей. Вообще это удивительно, конечно. Уровень работ какой-то просто потрясающий. Это какой-то второй Третьяков. Мы этот уровень, мы говорили об этом на пресс-конференции, которая была в Москве перед началом нашего турне такого большого. Мы еще и помогаем другим музеям, и государственным, и частным, своим опытом. В каждом городе будут представлены работы из нашего музея, из местного, и в Нижегородском музее, собственно говоря, тоже будут замечательные картины Юрия Пименова у примерочной, и картины Александра Локтионова, замечательный портрет, они будут представлены на, они представлены на этой выставке. В Красноярском музее поедут другие полотна из Третьяковской галереи, и будут представлены картины местных художников из местного музея. Так а будет, чем, принципе, чем объяснить вот то, что вы вот эту ротацию работы? Во-первых, разные залы. Мы стараемся сделать интересную экспозицию в рамках того или иного пространства. И каждый раз экспозиция будет разная. А пространство задает все-таки какие-то, конечно, задачи. Но мы привлекаем замечательных архитекторов. Мир выставок – это застройщики. И проект 11, с которым мы работаем уже, мне кажется, 8-ю выставку мы с ребятами делали. Сейчас уже, наверное, будет уже ближе к 20 к концу года. Это то, о чем говорила Зельфира Исмаилова на пресс-конференции, то, что мы помимо того, что мы обменимся шедеврами с городами и со зрителями делимся, мы еще делимся своим наработанным музейным опытом. Потому что в Нижнем Новгороде довольно сложный зал, там 5 небольших комнат, мы полностью их перестроили. Они сейчас... Стену-то не ломали? Мы не можем. На самом деле условия непростые. Это историческое здание, мы не можем ни одного там шурупа и гвоздя вбить, и мы все эти условия соблюли идеально, при этом изменили зал до неузнаваемости, и он выглядит... Просто удивительно. А вот скажите, это вообще вот соединение соседства, вернее, разных полотен как-то меняет восприятие картины? Конечно, да? Это очень важно продумать, как это будет восприниматься в рамках пространства, при свете. И мы все это продумываем заранее, но по опыту всегда что-то меняем в момент развески, потому что, когда ты смотришь вживую, конечно, немножечко по-другому все представляется. И последние корректировки, отставить уже. В момент, картины хорошо переезды переносит? Это очень сложная тема. Это тоже готовится заранее. Готовятся специальные климатические ящики, в которых сохраняется климат, необходимый для картин, и влажностный, и температурный. Мы в качестве логиста всегда приглашаем компанию «Арт-Курьер». Одну из лучших. Мы все время с ними сотрудничаем. Всегда. Ну, должен быть специальный автомобиль. И специальные охрана. Дороги надо огромные. Перестимать. Дороги, чтобы они поехали. Кстати, о дорогах. Это же ведь тоже проблема. Мы все тонкости не можем рассказывать, потому что это по контракту запрещено. Это же огромный такой ценный груз перевозится. Давайте мы сейчас прервемся на короткий рекламный блок, а после этого вернемся к нашему разговору. Это программа «Арс Лонга». Не переключайтесь. Это программа «Арс Лонга». Мы продолжаем. Сегодня мы говорим о выставке, которая открылась в Нижегородском художественном музее. Она доступна для посещения до 15 октября. Так что поторопитесь. И называется «Окна в Россию. Шедевры 7 поколений». Вы, кстати говоря, так и не сказали нам, наши уважаемые гости. Я напомню, что это Надежда Степанова, арт-директор Института русского реалистического искусства, и Анастасия Сиренко, искусствовед. Почему 7 поколений и откуда берется эта точка отсчета? Вот вы, что является отсчетом, начало отсчета этих 7 поколений? Ну, началом отсчета этого проекта является 70-летие компании «Ингустрах», и так у нас все вокруг семерки закрутилось, завертелось, и мы подумали, что так как этот проект совмещает в себе и выставки оригинальных полотен, и мультимедиа,
к мультимедиа, мы забрались подальше как раз к вот той арифметической цифре 210 лет примерно, да, и там уже были подобраны шедевры из Третьяковской галереи, потому что мы этим периодом не занимались. Да, наверное, работами, ну, в нашей коллекции нет. 200-летней давности. Да, да, это, конечно, Третьяковская галерея, безусловно, один из самых важных музеев национального искусства как раз вот этого периода. Ну, и, кстати, следует сказать все-таки о роли Инго Страха. Вот мы сейчас говорили о том, что картины очень тяжело перевозить, тут массу всяких условий надо соблюдать. В общем-то, Инго Страх страхует все риски, насколько я понимаю. Это называется смешным названием «От гвоздя до гвоздя». Да? Вот снял картину в одном музее с гвоздя, привез в другой, повесил на гвоздь. Все этапы, они страхуются. И все-таки о выставке, которая, кстати, уточним, что все-таки она будет бесплатной, вход на выставку бесплатный, это очень важно для кого-то, может быть. Мне для всех важно. Ну, кто-то... Ну, хорошо, пусть будет так. Я не об этом. Вот я очень люблю, например, выставки в Третьяковской галерее, которые сопровождаются, ну, не только там, сопровождаются неким литературным текстом, и ты подходишь, и ты узнаешь и историю создания этого произведения, и даже судьбу тех героев. Ну, вот это было, во всяком случае, на выставке Серовой, на выставке Зинаиды Серебряковой, посвященной, кстати говоря, столетию или как Октябрьской социалистической революции, которая очень сильно поломала ее судьбу, и судьбу ее семьи и так далее. То есть вот это сопровождение литературное, это очень много значит. Оно будет, вы сказали, конечно, вкратце, поподробнее, о чем вы расскажете там. Конечно. И что мы там прочтем? Вы прочтете историю создания картин, какие-то интересные факты. Не каждый, но многих из представленных. Биографию людей, изображенных, как вы как раз отметили. Модель, да. И причем очень интересные судьбы. Интересные повороты, вот так же, как, например, на выставке Серова или на выставке той же Зинаиды Серебряковой. Например, у нас есть замечательный портрет Евгения Кисина, известного музыканта. И у нас он изображен в картине Татьяны Лившиц совсем молодым, юным мальчиком, да, подающим надежду, как мы уже теперь знаем, будущего известного музыканта. И замечательная картина Александра Локтионова из собрания Нижегородского музея. И вот там как раз очень интересная судьба героя описана. Но я не буду сейчас все рассказывать, дабы люди пришли и прочитали. А помимо вот этой литературной части, насколько известно, можно же еще записаться на лекции. Что это будут лекции, как на них записаться, когда, расскажите, о чем вообще будет рассказать. Давайте я расскажу об этом. Каждый четверг в 7 часов будут бесплатные лекции. Их прочтут специалисты Института русского реалистического искусства и Третьяковской галереи. Каждая лекция будет посвящена так или иначе теме окна, но в архитектуре, в живописи, окно в интерьере, окно в эпоху оттепели, то есть разные темы. А нашу коллекцию мы отдельно сделаем. Да, я, собственно говоря, буду тоже ее читать в октябре. Так что всех мы приглашаем на эти бесплатные лекции. Записаться можно на сайте музея и на сайте Ингострах. У них новая страничка специально для этого разработана, 70.ingos.ru. Там очень удобная форма, и деток там можно записать на мастер-класс. Так вот, как раз я хотела сказать, что в субботу, каждую субботу в 11 часов будут замечательные мастер-классы для детей, которые называются «Оконные истории». И они тоже совершенно бесплатные для всех, поэтому мы ждем всех. Здесь будут рисовать. Дети будут рисовать, дети будут лепить. Ходить на экскурсии, делать экскурсии, да, конечно. Так что всех ждем. Старых наличников. Я единственное, что как бы так немножко опасаюсь, в общем-то, мы обсудили уже эту тему. Бесплатный вход, очень интересная выставка. Бесплатный если повторится феномен выставки Серова, когда будут ломиться в музейные двери? Мы надеемся на это, что все-таки вызовет огромный интерес этот проект. Мы ведем просто электронную запись по времени, просто по сеансам. Но ограничивать каким-то денежным цензом мы не будем. Ждем с нетерпением и желаем вам всяческих успехов. Спасибо вам огромное. Вам еще нужно от нас добраться аж до Владивостока. Путь не близкий. И желаем, чтобы все было у вас в порядке. И главное, чтобы, конечно, пришла публика и картины пережили это гигантское путешествие через всю страну. Да, это гигантский труд. Спасибо вам огромное. Я напомню, что у нас сегодня в гостях были представители Института русского реалистического искусства. Это частный музей, один из крупнейших музеев в Европе. Это арт-директор института Надежда Степанова и Анастасия Сиренко, искусствовед. До свидания. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Ну, а мы двигаемся дальше. Продолжаем. У нас новое прочтение нашей постоянной рубрики «Чтение вслух». Практически литературное путешествие.
Рано-рано утром он встал прежде всех в доме и, мучительно волнуемый какими-то затаенными, невыраженными порывами юности, без цели вышел в сад, оттуда в лес, и среди майской, сильной, сочной, но спокойной природы долго бродил один, без всяких мыслей, страдая избытком какого-то чувства и не находя выражения ему. Вдруг, без всякой причины, на глаза его навернулись слезы, и Бог знает, каким путем ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением. Мысль, что любовь и добро есть истинное счастье, и одна истина, и одно возможное счастье в мире. Любовь и добро. Так думал юный князь Нехлюдов, герой повести Толстого «Утро помещика». Молодой человек все лето провел в своем имении и так полюбил, так пожалел несчастных крестьян, что решил поселиться в деревне и посвятить им себя без остатка. Об этом мечтали многие прогрессивные дворяне, в том числе и граф Николай Сергеевич Толстой, местный помещик. Я не оговорился, Лев Толстой жил в Ясной Поляне, а его двоюродный брат Николай здесь, в Галибихе, на Ветлуге. О прежних временах напоминает только старый колодец, словно иллюстрация к повести «Утро помещика». Перед двором был колодец, развалившимся срубиком, остатком столба и колеса, из грязной, истоптанную скотиную лужей, в которой полоскались утки. Около колодца стояли две старые, треснувшие и надломленные ракиты с редкими бледно-зелеными ветвями. Таких колодцев в Воскресенском районе раз-два и обчелся. Жаль, что заброшен, пропадет. А вещь-то музейная. Зато музеев в этом районе хватает, и к одному из них мы сейчас пойдем пешком. Это рядом, за околицей. Литературный князь Нехлюдов жил в собственном имении, а реальный граф Толстой, еще раз повторяю, не Лев, а его двоюродный брат Николай, в усадьбе своего московского тестя Николая Васильевича Левашова. Толстой женился на одной из его дочерей и получил как бы в приданное усадьбу в Галибихе. Говорю «как бы», потому что Николай Васильевич нравом был крут, своих зятьев не жаловал и вскоре Галибиху у Толстого отобрал. Но какое-то время граф с молодой женой здесь жил, достраивал дома, которые представляют собой образ некой идеальной деревни. Идеализм русского дворянина XIX века проявлялся и в архитектуре, и в литературе, и в его собственной натуре, судя по книжке, которую написал Лев Толстой. Он видел перед собой огромное поприще для целой жизни, которую он посвятит на добро и в которой, следовательно, будет счастлив. Ему не надо искать сферы деятельности, она готова. У него есть прямая обязанность. У него есть крестьяне. И какой отрадный и благодарный труд представляется ему. Действовать на этой простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа, избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, которым, по счастью, я пользуюсь, исправить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро. Какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду делать это для собственного счастья, я буду наслаждаться благодарностью их, буду видеть, как с каждым днем я дальше и дальше иду к предположенной цели. Чудная будущность! Как мог я прежде не видеть это? Это было утро помещика. А вот каким оказался вечер. Помещики Левашовы читали Льва Толстого, были прогрессивны и отчасти революционны, и домашнюю обсерваторию строили, и семейный банк, и погорельцам давали ссуды без возврата, и персики в оранжерее выращивали, учили крестьянских детишек книжки читать и говорить по-французски. И все мечтали о свободе народа, о его светлом будущем, и народ любил своих галибихинских помещиков, особенно последнего, Валерия Валерьевича Левашова. До 1920 года его не выгоняли из усадьбы. А когда выгнали, не посадили, не сослали, не расстреляли, и он жил в бане, скитался с котомкой, своей смертью умер в 30-м, а его жене
даже разрешили преподавать в школе французский язык. Афиша самых ярких культурных событий наступающей недели в программе «Арс Лонга». Выставка-продажа товаров для рукоделия и творчества «Арт Россия» вновь пройдет на Нижегородской ярмарке с 29 сентября по 8 октября. Как сообщает пресс-служба Нижегородской ярмарки, в этом году в выставке примут участие более 500 художников, скульпторов, керамистов, фотографов и мастеров из 37 регионов России и 14 стран. Больше половины участников приедут в Нижний Новгород уже второй раз, что наглядно подтверждает актуальность и востребованность выставки. Осенний вернисаж в выставочном комплексе. Осенний вернисаж – это хорошая возможность для нижегородских художников показать свои новые работы, а для зрителей – увидеть свежие произведения любимых авторов. Новая выставка – это красочный калейдоскоп, составленный из 400 произведений 195 авторов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Богородска, Заволжья, Городца, Семенова, Павлова. Произведения искусства, отобранные в экспозицию, представляют все многообразие видов изобразительного искусства – от масштабных живописных полотен до ювелирных изделий. Эдуард Фертельмейстер и «Красавец-мужчина». Премьера мюзикла в водевильных тонах в Театре оперы и балета имени Пушкина. Легкомысленная, на первый взгляд, комедия человеческих отношений, сюжет которой не теряет своей актуальности и по сей день, заставляет задуматься над ценностью искренних чувств. «Синема Парк» и «Театр HD» представляет премьеру. Фильм, выставка «Гойя. Образы из плоти и крови». Франсиско Гойя – не только самый именитый художник Испании, но и человек, предвосхитивший наступление эпохи модерна. Блестящий наблюдатель, подмечавший множество деталей будничной жизни и выступавший с тонкой критикой социального уклада, выдающийся портретист и певец тревожного прошлого Испании. Эпохальная выставка Национальной галереи позволит заново оценить истинное величие его гения. Используя выставку в качестве стартовой площадки, фильм отправится в исследование чрезвычайно насыщенной жизни живописца. Это лишь некоторые события, которые стоит увидеть. Живите культурно! Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Ищите нас в Фейсбуке, на Ютубе, ВКонтакте, на сайте nntv.tv и, конечно, в эфире телекомпании NNTV каждую пятницу вечером. Всего хорошего. Увидимся.